И слово для поздравления церемонии награждения предоставляется солисту Оренбургской областной филармонии Анатолию Фадеевичу Карнаухову. Добрый день, дорогие друзья, молодые наши таланты. Сегодня было очень сложно, потому что вот ребята на телевидении, мы как-то не брали интервью, говорили, что очень сложно судить детей, потому что вот от таких-то до таких, и поставить вас как бы в одной плоскости абсолютно как бы нельзя. Нужно учитывать, что маленький ребенок с микрофоном не так, как взрослый, обращается. Но, тем не менее, все было сложно, мы все талантливы безумно, мы старались все судить, как это говорят, по-честному. И посему его брат поручить дипломы ребятам, которые, ну, мы посчитали, которые лучше. Спасибо. Участникам номинации на праве комментарий Александра, мы ждем на этой сцене прямо сейчас. Дорогие друзья, вы не забывайте, второе место. Виа «Юность на сцене».